Трехэтажное здание второго корпуса образовательного центра «Успех» гармонично вписано в архитектурный облик жилого комплекса «Бутово-Парк-2». Удачное расположение школы вблизи многоквартирных домов – большое преимущество для детей и родителей. Дорога занимает до учебного заведения всего несколько минут. Ребята уже успели оценить свое новое место учебы. Когда мы заходили, мне она понравилась, потому что ее цвета были очень красивые, и еще лестница, она была очень тоже красивой. Мне очень нравится эта школа, она цветная, тут очень много можно друзей найти, много новых впечатлений. Учащиеся начальных классов, нарядные и веселые, уже как полноправные хозяева встречали почетных гостей, приехавших на торжественное открытие. Педагогов и ребят поздравили глава Ленинского городского округа Станислав Катаров, заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников, а также представители компании-застройщика, которые передали символичный ключ директору учебного заведения Наталье Литвиновой. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что вы выполняете все наши требования. Спасибо, что вы успели срок. Мы очень рады. После перерезания ленточки Наталья Литвинова провела экскурсию по новому корпусу. Участники мероприятия побывали в просторных и светлых учебных классах, в залах для уроков физкультуры. Они оснащены всем необходимым оборудованием для занятий разными видами спорта. Далее гости были приглашены в актовый зал на праздничный концерт. Школа действительно замечательная, современная. Мы сегодня с вами в этом зале находимся, видим, как она оснащена. Дай Бог, чтобы все школы в Ленинском городском округе были такими же. И хочу еще сказать, ребята, обязательно слушайтесь своих родителей и радуйте их. Тогда вас точно ждет успех. В учебном заведении, рассчитанном на 1100 мест, созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей и получения качественного образования. Потребность муниципалитета в социальных объектах с каждым годом растет, особенно в новых жилых комплексах. Поэтому открытие новой современной школы – важное и долгожданное событие для всего округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.